Всем привет! И вы снова на моем канале «Любимые рецепты». Я продолжаю делать заготовки из фарша. В предыдущем видео я делала рисовые тефти. А сейчас я буду готовить фарш для фрикаделек и для пельменей. Я делаю его абсолютно одинаковым. Для этого нарезаю лук мелко, натираю чесночок, несколько зубочков, добавляю соль, перец. Вы можете добавлять специи, которые любите. Хорошенько перемешиваю фарш. Лук нарезаю, потому что так фарш получается более сочным. Если не любите лук, то можно его натереть на терке или вообще не добавлять. Это уже как вам нравится. Хорошенько вымешиваю фарш, отбиваю его и затем формирую вот такие фрикадельки. Выкладываю их на тарелку, которая застелена пищевой пленкой, чтобы они не прилипли, когда отправлю их в морозилку. Делаю из половины фарша фрикадельки, а другую часть фарша оставляю на пельмешки. Как я готовлю пельмени, вы можете посмотреть в одном из моих видео, которые были опубликованы ранее. Поэтому сейчас я их показывать не буду. Но хочу сказать, что из вот такого малюсенького количества фарша у меня получилось 0,5 килограмма пельменей домашних. Поэтому это очень здорово. Ну и тарелочка вот таких фрикаделек. Хочу сказать сразу, что у меня было 1,5 килограмма фарша, из которого я сделала рисовые тефтели. Также я сделала гречаники и сделала пельмени и фрикадельки. То есть у меня получилось довольно-таки много заготовок домашних, которые я буду использовать по надобности. Так что берите на заметку, готовьте и освобождайте свое время.